этом году АТВ исполняется 10 лет. За это время в эфир вышли тысячи сюжетов, программ и фильмов. Но что бы мы ни снимали, в центре всегда герой-человек. Жители Бурятии всегда вдохновляли нас. И сейчас мы бы хотели рассказать всей Бурятии о самых удивительных людях. Героизм для нас не ордена, грамоты и тысячи поклонников. Героизм – это порыв души. Это когда делают добро просто так. Для нас герой – это сельский учитель с маленькой зарплатой. Который бесплатно занимается с детьми. Потому что видит в них талант. Герой – это фермер, который кормит все село. Или меценат, который тратит деньги на операцию незнакомому ребенку. Они живут не только для себя. Они никогда не сдаются. Они вдохновляют других. Они среди нас. В Бурятии много героев. Наверняка вы знаете таких людей. Расскажите о них нам. А мы расскажем всем. Оставьте заявку по QR-коду на экране. Или в комментариях под этим видео. Бурятия должна знать своих героев.